как мы можем застейкать свои токены КСМ, какому проекту отдать предпочтение, ну и вообще, что для этого нужно, какой кошелек, откуда, что, как, куда. Давайте, наконец, в практической части все сейчас покажу. Первый вариант и самый простой – это использование биржи. Биржа, которая будет также участвовать в аукционах, в аукционе парачейнов на Кусами, является биржа OKEX. Здесь даже есть вкладочка. Давайте перейдем на главную страницу, чтобы я показала, куда перейти, для того, чтобы была возможность проголосовать. Нажимаем вкладочку «Финансы». Здесь пассивный доход. Опускаемся ниже, видим оглавление парачейн слот аукцион. Нажимаем кнопочку «Открыть». И вот здесь у нас показываются все проекты, которые зарегистрированы на этот аукцион. В правом углу есть кнопочка «Проголосовать». То есть вы можете выбрать любой из этих проектов, нажать «Проголосовать» и отправить туда свои токены КСМ. Давайте, к примеру, выберем проект «Карура». Нужно согласиться с условиями, и здесь уже вы можете внести любую сумму, которую вы хотите застейкать. По-моему, минимальная сумма, которую вы можете внести, это 0.1 КСМ, меньше нету возможности. И на данный момент у меня просто на счету нету КСМ, поэтому я не могу их отправить. Вы просто нажимаете «Подтвердить», и все, ваша ставка будет сделана. Если проект выиграет, через год вы заберете свои токены Кусамы, вместе с ними бонусные токены. В этом проекте, например, бонусные токены будут КАР. Если вы голосуете за другой проект, то, соответственно, у вас будут бонусные токены именно этого проекта. Но через год. Как работает аукцион слотов на OKEX? Вы голосуете за проект, потом по окончанию голосования Polkadot объявляет результаты, и в OKEX они подтверждают статистику голосования, после чего, когда проект выигрывает слот, OKEX распределяет полученную награду между проголосовавшими пользователями, либо же участниками. То есть, по сути, это посредник, который будет отправлять ваши средства и потом обратно распределять вам награды.